Сейчас мы с вами переходим ко второй теме нашего киберфеста. Конкретно обучение киберспортивным навыкам, а под тема, которую я выбрал, это развитие когнитивных и социальных навыков. Немножко расскажу про себя. Я представляю Кузбасский государственный технический университет. Конкретно команду, которая идет от нашего вуза, это Сибириан Prime также являюсь игроком и буду uh -huh. находить студентов непосредственно в УЗИ, в котором я нахожусь, чтобы они также могли представлять не только наш сибирский регион, Кузбасс, но и, в принципе, выходить на всероссийский уровень. Начнем нашу лекцию. Что такое навык? Это то, что мы должны себе задать, прежде чем будем раз, разговаривать про социальные и когнитивные э, навыки. Прежде всего, это способность выполнять определенную задачу или деятельность эффективно с минимальными усилиями. Мы должны учитывать, что навык формируется в процессе упражнений и, нужна, и нуждается для своего сохранения в тренировках. Условно. Э, когда мы учились э, читать, или писать, мы изначально этого не умели делать. То есть мы этот навык тренировали. Точно так же касается и других когнитивных или социальных навыков. Если мы хотим больше предпринимать какие-то нестандартные решения, мы должны конкретно обрабатывать информацию, которая поступает в наш мозг, и делать соответствующие выводы. Если мы хотим развивать какие-то социальные навыки, мы должны как можно больше взаимодействовать с нашим окружением. Я думаю, это понятно. Перейдем к следующему слайду. Два основных направления, это получается сегодняшняя тема, это когнитивные навыки, как я сказал, и социальные навыки. Еще раз, продублируем. Когнитивные навыки ⁇ это умственные способности, которые помогают обрабатывать информацию, принимать решения и решать поставленные задачи. Социальные навыки – это способности взаимодействовать и эффективно коммуницировать с другими людьми. Немаловажно, что в киберспорте большинство дисциплин это все-таки командные дисциплины. То есть, например, это Dota 2, жанр моба, или Counter Strike, шутер. Также есть, так скажем, дисциплины, которые направлены на соло игроков, такие как StarCraft 2, Hearthstone, то есть это стратегии в реальном времени, или коллекционно-карточные игры. Когнитивные навыки у нас можно разбить на три направления. Это игровое восприятие, которое включает в себя осведомленность о происходящем в игре и прогнозирование действий противников. Второе – это принятие решений, то есть быстрое оценивание ситуации, принятие стратегически верных решений под давлением соперника. И третье – анализ и адаптация, то есть постигать успешные стратегии и тактики и изучение и адаптация к метагейму. Каждый раздел мы разберем сегодня более подробно. Но прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать, что каждый под тему мы еще будем разбивать на несколько пунктов, чтобы мы это закрепили. И в конце презентации у нас будет подведение итогов, где мы все это просуммируем, так скажем, и выведем. И в конце презентации прошу оставить вопросы, на которые я обязательно отвечу. Игровое восприятие – это способность игрока эффективно анализировать и использовать информацию, доступную в ходе игры для принятия стратегически важных решений. Важно знать, что эти навыки, которые развиваются с опытом, являются ключевыми для достижения высоких результатов в игровых ситуациях. Можно разбить на еще несколько подпунктов. Это Важно учитывать такие как мини-карта, позиционирование, панорама игры, включение всех сенсов, здоровья и ресурсы. Сейчас более подробно это все разберем. Мини-карта или же еще как называют мини-мап. Это постоянное отслеживание мини-карты, чтобы знать позиции союзников и, возможно, противников. Анализ информации с мини-карты для передвижения возможных угроз и возможностей. Как можно видеть из примера на данном, на данном слайде 7, у нас есть мини-карта, которую я взял с дисциплины StarCraft 2. У нас есть верхний и левый, нижний угол, где зеленый игрок это непосредственно, можно условно сказать, мы, а красный игрок это противник. Что мы можем сделать вывод? У нас есть три базы, мы уже отстроили какую-то экономику, какие-то технологии если смотреть на количество квадратиков на миникарте. И у нас есть оппонент, это зерк. Он, в принципе, так как эта раса более такая цикловая, в плане до заказа юнитов и рабочих, зерк всегда идет впереди на одну базу оппонента. То есть из данного примера мы можем сделать вывод, что оппоненты идут приблизительно на равных. Идем дальше. Позиционирование. Позиционирование ⁇ это знание собственной позиции относительно игрового поля и объектов противников. Понимание оптимальных маршрутов для перемещения и укрытий. Это может быть э, актуально как для э, непосредственно также стратегий или для шутеров и мобожанов. Панорама игры. Использование угла камеры, если применимо для получения максимально возможного угла обзора и мгновенная реакция на изменения в игре, то есть появление каких-то новых объектов, изменения ландшафта, действия союзников и противников. На заднем фоне, на данном стадии у нас, представлена дисциплина Rainbow Six Siege. Эта дисциплина знакома многим игрокам тем, что здесь динамически разрушаются то есть можно ломать стены, пол, потолок и таким образом э, развести противника врасплох. И чем больше у нас панорама игры, ну в определенных пределах, у каждого игрока она своя, так как все подстраивают под себя индивидуально, можно больше захватить информации. То есть, если игрок способен охватить больше панорамы игры, чтобы обрабатывать больше информации за короткий промежуток времени, это будет плюс. А, включение всех сенсов. То есть эффективное использование игрового звука для отслеживания шагов, выстрелов и других звуковых сигналов. Восприятие визуальных сигналов, такие как вспышки, движения, специальные эффекты. А, тут немножко я решил себе позволить ставить мем про то, как э, были компьютеры раньше и сейчас, э, то есть э, игроки играли, допустим, в тот же Quake, э, все кругом э, громыхало, был пип, гул, но игроки ориентировались. Сейчас же у нас э, системы зачастую они бесшумные, но даже малейший шорох от компьютера может э, нарушить идиллию. Дальше это здоровье и ресурсы, то есть постоянный контроль за состоянием здоровья персонажа и уровнем ресурсов, то есть будто это патроны, мана и тому подобное. Анализ состояния здоровья и ресурсов у союзников и противников. То есть мы всегда должны держать в голове, какие обилки может использовать оппонент. Сколько у него сейчас здоровья. Допустим, могла быть какая-то подсадка или еще что-нибудь. То есть это надо все держать в голове. Прогнозирование действий противников. То есть это поведенческие паттерны, ресурсы и способности, игровая информация, игровая логика, анализ риска и вознаграждение. Конкретно про поведенческие паттерны. Изучение и запоминание типичных тактик и стратегий, используемых противниками. Тут хотелось бы более подробно остановиться, то есть, допустим, если мы берем те же стратегии, допустим, какой-то игрок может быть вселен в какой-то одной тактике, допустим, есть раса протасов, и игрок, допустим, играет, там, допустим, 10 тысяч матчей один за фотон. Конечно, он может быть силен в этой тактике, выигрывать early game, так скажем, вот, в большинстве случаев, однако все стратегии имеют свои сильные и слабые стороны. Мы это должны учитывать. То есть, если мы в большинстве случаев отбиваем из-за от протаса, то шансов на победу у соперника гораздо меньше становится. А, также мы должны учитывать, что наблюдение за игровым стилем оппонентов нам нужно для предсказывания их будущих действий. А, допустим, мы можем в том же StarCraft, если у нас какие-то турнирные матчи, просматривать э, реплеи игроков и делать какой-то анализ из этого. То есть мы уже примерно можем понять, какие действия может предпринять оппонент, э, сделать несколько заготовок и, если что-то пойдет из того, что мы заготавливали, с большей вероятностью победа будет у нас в кармане. Э, ресурсы и способности. Анализ того, какие способности, предметы и ресурсы доступны противникам в данный момент. То есть, это опять же, э, если это моб жанр, какие предметы э, у вашего оппонента и у ваших союзников. Если это еще какие-то игры, то есть какие обилки могут использовать, допустим, те же шутеры, то есть как Overwatch, допустим, или Rainbow Six Siege, то есть там много различных оперативников, все они уникальны, и нужно все держать в голове. Вот. Сделать выводы на основе использованных способностей и их коудаунов, то есть времени установления. Это мы усвоили. Идем дальше. Игровая информация, то есть использование данных о прошлом поведении противников для прогнозирования и стратегии. Учет дополнительных факторов, таких как игровое время, текущие задачи и цели. Тут хотелось бы немножко остановиться в том плане, что э, если мы говорим... Ну, я зачастую буду ссылаться на стратегии реального времени, конкретно дисциплину 42, потому что она для меня больше э, и ближе относительно других дисциплин. То есть в стратегиях, как у нас, э, мы на самых ранних стадиях ставим базу желательно, чтобы занять какое-то экономическое преимущество. Дальше мы идем э, в зависимости от разведки, во что идет оппонент, и пытаемся предугадать. То есть, если противник не выходит в новые базы, то, скорее всего, он копит армию. Мы делаем противодействие, также копим армию. Если мы провели успешную разведку им, что противник выходит в технологии, можно немножко схалявить, выйти в новые базы. Или же, опять же, поднакопить стек и к определенному таймингу наломиться всей армией, то есть в этот момент оппонент будет не готов, э -э, так как все его ресурсы уходят либо на развитие базы, то есть строительство рабочих, каких-то производственных строений и апгрейд каких-нибудь технологий. А мы в это время готовили армию и просто к определенному таймингу пришли, пока оппонент не успевает э -э, отбить те ресурсы, которые он заложил именно на строительство технологий и производственных мощностей и выносим его. Я думаю, это понятно. Дальше. Игровая логика. Реализация понимания логики игры и поведения оппонентов. То есть, мы должны понимать, какие правила заложены изначально в игре для достижения победы. Была одна такая фраза, что После игры на вас может сердиться оппонент, что вы его как-то нечестно победили. Но это не особо важно в рамках игры, поскольку не важно, какими способами вы достигаете победы. Если в рамках игры это прописано логикой, вы можете использовать все средства. Грязных стратегий не бывает. Бывают лишь эффективные. Мы это должны усвоить. Далее анализ риска и вознаграждения, оценка возможных рисков и вознаграждений для принятия решений, принятие опережающих мер для уменьшения рисков и использования возможностей. То есть, как я описывал ранее, мы можем, допустим, схалявить в каких-то моментах, развить больше баз. Если оппонент в этот момент не действовал себя агрессивно, делал какие-то свои там дела на своей части карты. И не развивал такое количество баз, как мы. Таким образом, мы можем накопить большее количество армий и в решающей схватке разбить армию противника, поднакопить дотекание и одержать победу. Как э, развить перечисленные навыки, которые я уже озвучил? Первое это практика. То есть регулярная игра для увеличения опыта и улучшения игрового восприятия. Второе, анализ игр. То есть просмотр собственных игр и игр других более опытных игроков. Замечу, что э, эти два фактора, как э, непосредственно ваша игра и просмотр чужих реплеев, должны желательно идти бок о бок. То есть вы, допустим, сначала сыграли в игру освоились в ней, потом смотрите, как играют более сильные игроки, начинаете применять эти тактики, если вы понимаете, что что-то идет не так, меняйте стиль игры, просматривая тактики ну, уже от более других игроков, которые используют стиль, который подходит больше вам, и идете прогрессировать по шкале турнирных таблиц. В принципе, так, я думаю, большинство и поступают. Третье ⁇ это обучение, то есть чтение и просмотр обучающих материалов. То есть на том же Ютубе у нас много различных материалов, гайдов, то есть от настройки интерфейса, как позиционировать своих персонажей на карте, то есть какие решения принимать в нестандартных ситуациях. Там достаточно материала. И четвертое ⁇ это коммуникация. Обсуждение стратегий и действий с товарищами по команде для улучшения общей координации. Тут э, это подходит как для командных дисциплин, если мы говорим о соу-дисциплинах, можно, допустим, заходить в игровые сообщества, такие как форум. Э, в большинстве игров они существуют. Либо же это как дискорд-сообщество. Э, я советовал бы не стесняться заходить туда. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Э, так скажем, пытайте более сторожевых игроков, то есть э, э, выманивайте с них эту информацию и применяйте на практике. Так, принятие решений. Принятие решений в киберспорте – это ключевой когнитивный навык, который может значительно повлиять на результат игры. Этот навык требует способности быстро оценивать ситуацию и принимать стратегически обоснованные решения, особенно в условиях высокого давления. Как пример, это игра Хардстоун, то есть как у нас устроен Hearthstone, классический Хардстоун. У нас есть в среднем чуть больше минуты на ход, то есть как у нас, так и у нашего оппонента. Мы исходим из тех ресурсов, которые мы положили в нашу колоду, из тех ресурсов, которые к нам приходят в руку в течение игры, то есть каждый раз оно рандомно. И мы пытаемся отыграть все возможные исходы, что непосредственно это на нас оказывает давление, как на игрока, то есть это время таймера, давление оппонента ресурсами, которые он использует против нас, ну и также психологическое давление может. Вот. Быстрое оценивание ситуации можно разбить на осведомленность о состоянии команды, контроль ресурсов и мривни и мониторинг врагов. Осведомленность о состоянии команды. Это проверка здоровья и ресурсов команды, определение позиций союзников и их готовности к действию. Контроль ресурсов и времени. Например, отслеживание времени респауна ключевых объектов, что может быть э важно для жанра моба, допустим. Определение готовности собственных и вражеских способностей. Допустим, тот же Rambo Six Siege. Мониторинг врагов. Регулярное использование информации с миникарты и радаров, понимание текущих позиций врагов и их возможных маневров. То есть мы должны э, изучить карту, на которой мы сражаемся предварительно перед началом матча, э, заучить какие-то возможные тактики, чтобы понимать, откуда, каким таймингом может появиться тот или иной юнит или оппонент, в зависимости от жанра игры. И... Периодически обращать на информацию с мини-карты, чтобы следовать назначенной стратегии, либо же адаптировать ее под ситуацию, которая возникает. Принятие стратегически верных решений можно разделить на анализ рисков и выгод, планирование и адаптация, приоритизация задач и коммуникация командная работа. Анализ рисков и выгод – это оценка потенциальной выгоды и риска от каждого действия, принятие решений, минимизирующих риск потерь и максимизирующих выгод. То есть мы всегда должны держать в голове, какие действия, э, исходя из данной ситуации, нам принесут больше пользы или большего вреда. Опять же, этого можно избежать, просматривая реплеи профессиональных игроков. То есть... Э там постоянно моделируются различные ситуации, которые могут произойти у нас, грубо говоря, на ладере в обычной игре. И основываясь на опыте э, других игроков, мы можем либо применить их решения, которые были сделаны, либо как-то симпровизировать. То есть мы опять же получаем какой-то новый собственный опыт, закрепляем его у себя в голове. И можем потом применять профессиональную деятельность. Планирование и адаптация. Создание краткосрочных и долгосрочных планов на игру. То есть мы должны понимать, допустим, мы идем по какой-то ветке технологии, допустим, в стратегиях, и к какому таймингу мы бы хотели достичь той или иной технологической ветки. Это прежде всего важно. Для нас как для игроков. То есть мы поставили себе микрозадачу, мы ее достигли. Идем ко второй. И вот так вот, шаг за шагом, мы улучшаем свой игровой процесс. Возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям позволяет нам корректировать наши стратегии. Приоритетизация задач. Определение текущих приоритетов, например, защита базы или атака ключевого объекта. Распределение ресурсов и усилий в зависимости от важности задач. Мы всегда должны понимать, какие задачи в данный момент мы или наша команда должна выполнять. Коммуника... Коммуникация и командная работа. Четкое и быстрое донесение решений до команды. Координация действий с союзниками для выполнения стратегий. Мы всегда должны понимать, что будь то это соло или командная дисциплина, ну... Зачастую это командная дисциплина, мы должны эффективно взаимодействовать с командниками. То есть четко доносить свои мысли, при этом всегда полагаться на своих союзников. То есть мы дали какой-то сигнал нашему, допустим, союзнику номер два, он его получил, он знает, что э, мы его выполним, или же он выполнит. И мы будем уверены, что наша задача поставленная в данный краткосрочный момент будет достигнута. Как развивать перечисленные навыки? Прежде всего, это теоретическое обучение, то есть изучение концепций и принципов, связанных с теорией игр и стратегий, ознакомление с успешными кейсами и практическими примерами из профессиональных игр. Второе – это практика в реальных условиях, то есть участие в регулярных тренировках и турнирах для улучшения навыков под давлением – Создание искусственных стрессовых ситуаций. То есть. Это опять же можно достигнуть на тренировках. Анализ и разбор собственных игр то есть изучение повторов своих игр для выявления стратегических ошибок. Что является немаловажным. То есть мы должны не просто играть на ладере, но и также, если в игре предусмотрена возможность просмотра реплеев просматривать те моменты, в которых мы, возможно, были не уверены по той или иной причине, либо же показывать свои реплеи более ответственным людям, то есть капитану команды, либо же тренеру, чтобы он просмотрел игру и указал, где можно было срезать те или иные углы, чтобы достигнуть тех или иных задач, чтобы уложиться, допустим, к тем же результатам, но более в кратчайшие сроки времени. Обратная связь от тренеров и тиммейтов, чтобы узнать их мнение о принятии решений в конкретных ситуациях. То есть, это как дополнение тому, что я сказал. Как развить перечисленные навыки? Продолжаем. То есть симуляции тренировки. Использование программ и тренажеров для симуляции игровых ситуаций. Игра на тренировочных серверах с настройкой конкретных сценариев. Я думаю, это всем понятно, можно не объяснить. Психологическая подготовка. Техники управления стрессом, такие как медитация и дыхательные упражнения. Развитие уверенности в своих решениях и способности придерживаться их даже под давлением. Шестое ⁇ это командные тренировки, то есть совместные тренировки с, с командой для улучшения синергии и взаимопонимания. Разбор сценариев и стратегий перед играми для повышения готовности к различным ситуациям. Хорошо. Тот раздел мы немножко разобрали, теперь переходим к третьему. Это анализ и адаптация. Анализ и адаптация ⁇ это ключевые когнитивные навыки, которые помогают игрокам эффективно и применять различные стратегии и тактики в постоянно изменяющейся игровой среде. Данные навыки требуют как глубокого понимания игры, так и способности быстро адаптироваться к новым условиям. Постигать успешные стратегии можно через анализ своих игр, изучение чужого опыта и теоретическая подготовка. Разберем более подробно. Анализ своих игр. То есть это можно делать через просмотр и разбор своих игр для выявления сильных и слабых сторон, как мы говорили. Либо же определение ошибок и разработка планов по их устранению, оценка успешных тактик и включение их в стандартную практику. То есть, чем больше у нас игрового опыта, тем, чем больше мы отыгрываем те или иные стратегии, тем более мы их уверенно начинаем исполнять. Тем меньше у нас времени затрагивается на какие-то моменты, то есть мы их начинаем делать автоматически. И когда у нас возникают какие-то стрессовые ситуации, то есть оппонент ведет себя как-то нестандартно, мы уже не обращаем внимания на наш условный билд, то есть мы знаем, как его отыгрывать практически на полуавтомате, мы просто уже концентрируем фокус внимания на те решения, которые принимает наш оппонент, чтобы придумать стратегию здесь и сейчас как контрмеру его действия. Хорошо. Изучение чужого опыта. То есть можно заниматься просмотром профессиональных турниров, то есть изучение игр профи и топовых команд для понимания их стратегии и тактик или же смотреть обучающие видео и трансляции. Как пример, я привел э, скриншот э, из такой площадки, как Twitch. Она довольно популярная. И тут у нас представлены три категории. То есть у нас есть Starcraft 2, Hearthstone и Heroes Might and Magic 3. Как мы можем наблюдать, э, там внизу подписано, какой это жанр игры. И сколько зрителей сейчас в данный момент смотрят трансляцию. А, периодически там выступают на Твиче профессиональные игроки, которые запускают свои матчи, и можно, так скажем, бесплатно просматривать их игры, потому что зачастую бывают некоторые матчи просмотреть мы не можем, так как а, это закрытая информация. А если профессиональный игрок сам тренируется, он периодически может запускать трансляцию на Твиче, допустим. Чтобы другие игроки могли смотреть за его прогрессом. Теоретическая подготовка. Это у нас включает в себя гайды и статьи, то есть чтение каких-нибудь гайдлайнов и статей по игре для получения нового знания и идей и различные форумы с сообществами, то есть участие в обсуждениях, обмен опытом с другими игроками на форумах и игровых сообществах. Изучение и адаптация к метагейму, то есть постоянно изменяющейся игровой среде. Понимание метагейма, адаптация к изменениям и командное взаимодействие. Это три подпункта, которые можно здесь выделить. Понимание метагейма, то есть мониторинг обновлений, это отслеживание патчей и обновлений игры, которые могут влиять на баланс сил. Мы всегда должны следить за тем, какие изменения происходят у нас в дисциплине, чтобы как-то на это реагировать. Потому что игроки, хоть и играют периодически на одних и тех же героях или используют одни и те же тактики, силы могут изменяться в зависимости от того, какие изменения происходят в игре. И мы это должны учитывать. Анализ метатрендов. То есть, допустим, у нас есть такая игра, как коллекционная карточная, это Hearthstone. Там есть постоянно динамически изменяющийся список метаколод определенных классов. Какие-то колоды сильнее прочих, и этот список постоянно обновляется. И это нужно учитывать, допустим, если мы хотим выступать на более профессиональной сцене. То есть мы не будем играть на какой-нибудь колоде третьего тира, если наши оппоненты могут играть на колодах второго или первого тира. Условно говоря. То есть мы должны это держать в голове. Адаптация к изменениям. Гибкость стиля, способность быстро менять стиль игры и стратегии в зависимости от новых метатрендов и также экспериментизация, то есть пробование новых стратегий и тактик в практике для определения их эффективности в текущей мете. Тут, я думаю, тоже все понятно. Играем, закрепляем и двигаемся дальше. Командное взаимодействие. Совместная адаптация, то есть работа с командой над адаптацией к переменам в метагейме. Регулярное общение, то есть э, обсуждение новых метатрендов мета и изменений в стратегии с командой. Дальше, как развивать э, навыки, которые мы перечислили? Это несложно, то есть мы должны, опять же, анализировать и разбирать матчи, использовать повторы и инструменты для анализа, если они существуют. Ну, как правило, если их не существует в игре, мы можем просто записывать игру, допустим, на тот же э, OBS, либо же транслировать их на какой-нибудь площадке и потом отсматривать игры таким образом. И третий пункт – это обучение и самообразование. То есть кто-то может посещать какие-нибудь вебинары, семинары, курсы по киберспорту, допустим, как наше сегодняшнее мероприятие, где мы все делимся своим опытом, чтобы в будущем какие-нибудь игроки смогли достигнуть каких-нибудь профессиональных результатов. И также можно заниматься чтением актуальных статей, гайдов и обучающих материалов. Четвертый пункт ⁇ это активное участие в игровом сообществе. То есть нужно взаимодействовать с игроками, обмениваться своими идеями, то есть генерировать их. Возможно, какие-то тактики, которые могли бы существовать, они не существуют на данный момент. Но если игроки будут делиться своими мыслями, они с большей вероятностью... Что в целом может потом застать расплох профессиональную сцену. Нередки были случаи, когда идеи, которые появлялись в сообществе игроков, применялись профессионалами, грубо говоря, уже как последний уходящий поезд, и переворачивали ход игры. Пятое. Это эффективная коммуникация с командой, то есть мы должны постоянно взаимодействовать с нашими партнерами, так скажем, по команде, дабы достигать совместных успехов. И постоянное улучшение экспериментирования. То есть, как я уже и говорил, это также относится и к четвертому пункту. То есть нужно постоянно взаимодействовать с сообществом, пробовать новые тактики, отрабатывая, не забывая о старых. Чтобы у нас была большая наигранная база, которую мы можем применить к тому или иному сопернику, учитывая его стиль игры. Следующая тема это у нас коммуникационные и ассоциативные навыки. Здесь мы можем разбить это на командную работу, которая включает в себя эффективное взаимодействие и координацию с командой, взаимопонимание и доверие. Также это осведомленность о ролях, то есть понимание и выполнение своей роли в команде. И третий это коммуникационные навыки, то есть оптимизация голосовой и текстовой коммуникации. То есть умение передавать важную информацию без лишних, без лишних слов. А, начнем с эффективного взаимодействия с командой. То есть можно разбить на ясную коммуникацию, обратную связь и совместное принятие решений. А, ясная коммуникация, то есть у нас есть... Четкость, распределение ролей и активное слушание. Прежде всего, пример к четкости. Я думаю, что что-то может быть там. Лучше мы скажем противник в северо-западной части карты. Согласитесь, это звучит более четко и ясно для нашего тиммейта, что есть определенное направление и там противник чем просто какое-то абстрактное там кто-то есть. Пример – основной защитник, стрелок дальнего боя и тактик. То есть про распределение ролей. То есть мы должны сразу определить, кто какие позиции занимает, кто какие роли будет исполнять и так далее. И активное слушание, то есть важно не только говорить, но и уметь слушать своих товарищей по команде. То есть это помогает лучше понять их мысли и адаптировать свои действия соответственно. То есть если кто-то сообщает, что он заметил врага, команде нужно быстро отреагировать на эту информацию. Она крайне важна. Обратная связь. Обратная связь может выражаться в положительной обратной связи, то есть поддержка и своих товарищей по команде, признание их успехов и конкретных действий, то есть мы можем похвалить своего союзника за отличный выстрел или за хорошо сыгранный раунд, так скажем. И это еще может выражаться в конструктивной критике. То есть обсуждение ошибок, их предотвращение в будущем без обвинений. То есть вместо сказать, что ты все испортил, допустим, переволновался наш союзник, допустим провинился. Лучше сказать, что мы попробуем какой-нибудь другой подход. Ясная коммуникация выражается в коллективном обсуждении стратегии, то есть принятии решений на основе совместного анализа ситуации и согласования действий, то есть важно добиться согласия по поводу плана и убедиться, что каждый член понимает свои задачи. То есть, если мы говорим про командные дисциплины, мы, то есть каждый участник команды должен понимать, что он занимает ту или иную роль, он выполняет те или иные задачи, то есть от него будут ждать тех или иных действий. Это все должны понимать. И при этом все должны быть согласны на это, потому что если кто-то будет на это не согласен, успех команды на победу будет гораздо ниже. Взаимопонимание и доверие. Можно разбить на очевидные ожидания и договоренности, на эмоциональную поддержку, синергию и сплоченность. Очевидные ожидания и договоренности ⁇ это у нас понимание ролей, то есть каждый член должен четко понимать свою роль и обязанности. А, допустим, у нас игрок отвечает за защиту, он должен сосредоточиться на защите и не отвлекаться на другие задачи. Прозрачность. Коммуникация должна быть открытой и честной, что помогает установить доверие. То есть, если что-то идет не так, важно об этом. Сказать, сказать напрямую без всяких улов эмоциональная поддержка поддержка во время неудач важно привносить положительную атмосферу даже в тяжелых ситуациях то есть не переживая у нас есть еще шанс мы можем отыграться допустим или мотивация то есть поддержка моральное состояние команды особенно в стрессовых ситуациях пример мы тренировались ради момента допустим выход в полуфинал чтобы потом дойти до финала. И у нас все получится. Синергия и сплоченность. Доверие к партнерам. Игроки должны быть уверены в компетентности и поддержке своих товарищей. Как пример, это знание, что передав информацию или поручив задачу, она будет выполнена надежно. Командный дух. Фокусировка на общей цели и взаимодействие ради достижения лучшего результата. Пример. Выигрыш команды ставится выше личных достижений. Все мы понимаем, что у всех нас есть какие-то личные амбиции, но если мы их не перешагнем, мы не сможем добиться победы. Это касается зачастую каких-то командных дисциплин. То есть все должны работать как единый организм и идти к одной цели. Понимание своей роли в команде можно разделить как определение ролей, понимание обязанностей, осведомленность о других ролях. То есть назначение ролей, опять же повторимся, это роли должны быть четко определены и назначены. Исходя из сильных сторон и навыков каждого члена команды, это может включать такие роли, как стратег, защитник, атакующий, поддержка и другие. То есть в качестве примера можем выбрать моб-жанр, такой как League of Legends или Dota 2, там зачастую роли распределяются между танком, керри, саппортом и прочим. Понимание обязанностей. Каждый член команды должен точно знать, какие задачи и обязанности включает его роль. То есть это важно знать перед стартом матча, когда мы ставим какого-то игрока на какую-то роль. Допустим, если это запасной у нас игрок. Мы должны быть уверены в том, что он понимает эту роль на все 100%. Пример, защитник должен фокусироваться на охране базовых объектов и защите ключевых точек, в то время как атакующий должен сосредоточиться на нанесении урона противникам и выполнении атакующих маневров. Осведомленность о других ролях, то есть знание обязанностей и задач других членов команды помогает лучше координировать свои действия и понимать, как можно поддержать команду. То есть, допустим, саппорт должен знать, что атакующий может нуждаться в хиле или в защите в определенные моменты. Таким образом, если игрок знает помимо своей роли э, все ее возможности, и знает возможности помимо этого э, своих тиммейтов, которые представлены в игре, допустим, он может быть не мейнером э, тех или иных ролей, которые представлены в игре, но он должен быть осведомлен, что они могут выполнять те или иные специфические задачи и функции, которые на них возложены. И если он будет понимать что игра ожидает от игрока на данной позиции, все игроки смогут более лучше взаимодействовать друг с другом. Оптимизация голосовой и текстовой информации. Можно разбить непосредственно на голосовую и текстовую. Голосовая коммуникация – это использование голосовых каналов, то есть использование программ и сервисов для голосовой связи, например, такие как Discord, TeamSpeak или какие-нибудь встроенные голосовые чаты. Пример – организация отдельных комнат для различных команд, допустим, тот же Discord, в котором мы сейчас непосредственно все с вами находимся, то есть можно создать отдельные комнаты, где игроки будут, так скажем, находиться в своих небольших сообществах, и взаимодействовать друг с другом. Четкость и лаконичность, то есть нужно говорить ясно и кратко, избегая запинок и лишней информации, то есть враг на востоке 50 метров, вместо, допустим, там где-то на востоке кто-то есть. Контроль громкости и тембр, нужно следить, чтобы голос был слышен, но не перекрыть его остальных, потому что если кто-то будет говорить более громко, чем остальные, то важный ответственный момент его информацию Команда может не услышать. И поскольку в компьютерных, компьютерных играх все завязано на таймингах, зачастую каждая потерянная секунда ⁇ это потерянная секунда победы. Это мы должны усвоить. Текстовая коммуникация. Использование чатов. То есть можно применять текстовые чаты для передачи менее срочной информации или стратегического обсуждения во время перерыва ясность и лаконичность, то есть можно оставлять сообщения короткими и по существу, чтобы избегать путанности. То есть э, врагу базы А вместо мне кажется, что кто-то движется в сторону базы А, возможно стоит проверить. Структурирование сообщений. Если необходимо передать много информации, ее нужно структурировать для лучшего восприятия. Например, первое захватить точку Б, второе держать оборону, третье проверить фланг. Далее, умение передавать важную информацию без лишних слов. Что сюда входит? Это фокусировка на ключевых моментах, специфичность сообщений, оперативность, активное слушание и взаимопонимание. Фокусировка на ключевых моментах ⁇ это идентификация значимой информации, то есть определить, какая информация является критически важной в данный момент времени. То есть, заметив врага, сразу нужно сообщить его местоположение и количество их, если их несколько, не добавляя ненужных деталей. Приоритетность информации должна передаваться в порядке ее важности. То есть мы всегда должны знать, что информация всегда знает свой порядок. Какие-то сущности стоят выше других, и это важно. Допустим, саппорт ранен, возвращается на базу. Важнее сказать, чем у нас 10 секунд до конца раунда. Но опять же, тут можно поспорить. Это более плавающий пример. Вот. Но больше зависит от ситуации. Ну, как пример, он у нас есть. Специфичность сообщений. Точность. Э то есть нужно избегать общих фраз, давать конкретные детализированные инструкции. Саппорт на три часа вместо саппорт где-то рядом. Использование кодов и сокращений. Э то есть, допустим, можно сказать, два врага у Б может быть сокращено просто до 2 Б. То есть, если команда знает терминологию которую она внедряет в свои матчи непосредственно для своей команды, это сокращает время передачи информации. Таким образом команда более эффективно реагирует на изменения, которые происходят в игре. Оперативность, то есть быстрота реакции. Чем быстрее передадите информацию, тем полезнее она будет для команды. То есть это как бы вдогонку идет к нашему прошлому пункту. Пример. Сообщите о замеченном враге сразу, как только его заметили, не, дожи... не дожидаясь окончания действия. То есть важно сразу отреагировать и передать информацию. Активное слушание. Проверка понимания, то есть убедитесь, что информация была правильно понята. Используйте эхо сообщения или подтвердите свои действия. То есть, пример. Вижу враг на востоке. Подтверждаю. Важно также, чтобы союзники подтверждали, что они получили информацию. То есть должен быть какой-то отклик. Уточняющие вопросы. Если что-то не ясно, лучше уточнить сразу. Пример, сколько врагов ты видел или где именно на востоке? Если, допустим, кто-то не совсем ясно сформулировал информацию, которую он хотел передать. То есть нужно не бояться спрашивать у своих союзников информацию, потому что если мы будем проявлять нерешительность, то зачастую игры будут проигрываться. Это крайне важно. Подводим итоги презентации всех слайдов, о которых сегодня я озвучил. Комбинация когнитивных и социальных навыков является фундаментальным для успешного игрока и команды в киберспорте в целом. Первое ⁇ это высокая эффективность. Игроки с хорошо развитыми когнитивными навыками быстрее обрабатывают информацию и принимают более обоснованные решения. Социальные навыки позволяют команде эффективно координировать свои действия и работать как единое целое. Второе ⁇ улучшенное сотрудничество. Хорошая коммуникация и работа в команде повышают шансы на успех. Эмоциональный интеллект помогает поддерживать моральный дух команды даже в сложных, в сложных ситуациях. Третье ⁇ адаптивность и стратегия. Когнитивные навыки позволяют быстро адаптироваться к стратегиям противников. Социальные навыки позволяют команде быстрее адаптироваться, адаптировать план игры на лету. Четвертое. Долгосрочное развитие. Развитие когнитивных и социальных навыков способствует как личному, так и профессиональному росту игроков. Команды с сильными социальными связями и коммуникациями устойчивы к сменам состава и другим внутренним проблемам. В целом, я также еще бы хотел добавить, что помимо социальных и когнитивных навыков, которые необходимо развивать игрокам, нужно также обращать внимание как на физическое состояние организма. Также, как говорил Роман, наш предыдущий спикер, то есть чем лучше вы себя чувствуете физически, тем лучше вы можете отыгрывать матчи. И также нужно не забывать про психическое состояние личности. Э, так как если у вас будет, допустим, какая-нибудь депрессия, э, у вас будет спад моральных сил, и, скорее всего, вы вряд ли добьетесь каких-то больших успехов в игре. В целом, это то, о чем я хотел сегодня всем рассказать, кто собрался на нашем киберфесте. Э, если у вас есть какие-то вопросы, можете их задавать, я обязательно на них отвечу. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Большой Брат спрашивает, подскажите, пожалуйста, в какие игры играете вы и какие навыки вам лично пригодились? Так, конкретно дисциплины, в которые я играю. Если говорить про турнирную составляющую, это StarCraft 2, жанр стратегии реального времени, и Hearthstone, коллекционно-карточный жанр. Могу играть как... Обычный стандартный хардстоун, то есть это может быть как стандартный режим, вольный режим, либо же Hearthstone Battlegrounds, то есть небольшое ответвление от харстоуна где а, у нас 8 игроков, там нужно покупать существ, пули таверны, и выстраивать свою стратегию в зависимости от тех типов существ, которые там представлены. Так, следующий вопрос. Можно ли выигрывать игроков, превосходящих по скиллу, прокачивая еще дополнительные вещи, стратегию, стрессо... стрессоустойчивость и так далее? Так, ну в целом, в целом, победа зависит, зачастую, не просто от каких-то конкретных навыков. Это все совокупность. Мы должны учитывать, что Развивая какой-то один навык, мы должны развивать параллельно и другой. Если мы говорим про игру, где все что-то динамически развивается в реальном времени, мы должны оттачивать нашу реакцию на изменяющиеся так скажем, факторы, которые на нас влияют. То есть, если мы можем быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, и если допустим противник в каких-то аспектах может быть сильнее нас и мы можем преуспеть к адаптации к этим условиям допустим чуть лучше чем наш оппонент то есть он может более метко стрелять допустим но чуть хуже реагировать на наше появление на карте допустим то у нас будет преимущество поскольку мы ряд навыков которые связаны на реагирование непосредственно развивали вот. так давайте следующий вопрос считаете ли вы что талант к определенной игре не переплюнуть усердными тренировками будучи среднестатистическим игроком по поводу среднестатистических игроков и, в принципе, профессиональных игроков. Тут я бы привел пример как с обычным спортом. Мы должны понимать, что все люди, в принципе, разные. У кого-то есть талант, допустим, тот же бег. Кто-то может бегать на коротких дистанциях хорошо, но не может бегать марафоны. Кому-то даются марафоны, но не, не дается короткий забег, допустим, на время. Также и с компьютерными играми. У нас много жанров, много направлений, в которые мы можем, так скажем, вкатиться, чтобы развивать себя как профессионального игрока. И все зависит от того, есть ли у нас предрасположенность к тому или иному жанру, потому что тот или иной жанр раскрывает определенный э, спектр навыков. Э, допустим, стратегии зачастую развивают э, больше не стратегию, а саму тактику. То есть там постоянно изменяются э, различные э, комбинации, э, как бы так сказать. Давайте так, так сформулирую. Стратегии это больше как теория игр. То есть, если вы понимаете теорию игр, вам будет проще адаптироваться к изменяющимся ситуациям. Если мы говорим про жанр а, коллекционно-карточных игр, а, мы должны держать в голове... Сколько карт у нас, в принципе, существует в игре, чтобы э, выстраивать те или иные ходы э, наперед, которые связаны с прогнозированием. Потому что если мы говорим о стратегиях, это больше тактика. То есть мы можем, конечно, прогнозировать какие-то действия, но там исходов крайне много. Если мы говорим, допустим, дисциплину берем ту же Хардстоум, там часть вероятности она сужается. То есть у нас количество карт не может увеличиться, потому что у нас есть ряд обновлений, есть ряд карт, которые задействованы, допустим, там, в стандартном или вольном режиме. И мы просто исходим из, тех, из той информации, которую мы имеем. Если говорить про среднестатистических игроков и профессионалов, как их переплюнуть? Страннистический игрок это по большей части просто игрок, который проводит время в игре, но ему каких-то аспектов просто может не хватать. То есть нужно обратить внимание э, на те навыки, которые ему нужно развить. И тогда, скорее всего, если он приложит больше усилий в плане тренировок, он сможет добиться больших успехов. Но важно понимать, что большое количество тренировок ⁇ это не всегда э, успех э, в плане прихода в большой киберспорт, потому что вы можете тренироваться усердно, но если вам не хватает каких-то компетенций э, в определенном жанре, которые есть у других профессиональных игроков, то занять их место вам вряд ли получится. Я думаю, что я ответил на данный вопрос. Какие проблемы есть у игроков, играющих в соло дисциплины по сравнению с командными? Проблемы играющих игроков соло и команд дисциплины. Смотрите, самое важное отличие соло и команды дисциплин, что в соло дисциплине вы являетесь и инициатором, и завершающим всех своих Проблем, <laughs> потому что вы можете допустить ошибку и тут же, как говорят, камбэкнуть. Если мы говорим про командные дисциплины, все-таки фактор ошибки какого-то определенного игрока, он выходит на более высокий план, потому что команде приходится отыгрывать эту ошибку кого-то из тиммейтов. То есть игрок один допустил ошибку, Игроки с номер со второй по 5, допустим, должны идти в отставание, потому что э, команда номер два, допустим, может закрепить успех, потому что игрок номер один из первой команды допустил какую-то ошибку. Э, если они закрепляют этот успех, команда идет в роли догоняющих. Если им удается как-то э, подловить оппонентов команда номер 2, на ошибке какого-нибудь игрока из той команды они могут а, сравняться, то есть будет паритет а, игровой. И в дальнейшем, если им удастся еще раз а, подловить оппонента на ошибки, они смогут выйти уже в лидеры в конкретном матче. А, если опять же возвращаться к соло дисциплине, а, там большая больше идет психологическая нагрузка на игрока, потому что э, если мы играем, допустим, в тот же StarCraft, э, там нередки моменты, когда случайно отдашь какого-нибудь рабочего юнита или просто атакующего юнита, там неудачно проведешь разведку, допустим, э, ты разведывал какие-то определенные области баз, а противник мог строить технологические строения вообще в прокси, допустим и игрок не разведал это, это очень может сильно ударить по его психологической оценке, когда к нему придут юниты, которых он не ожидал. И если игрок не умеет адаптироваться к этим условиям, которые могут появиться в матче, то он, скорее всего, одержит поражение, чем победу. Опять же, это все зависит и от наигранности матчей, то есть если игрок имеет большой опыт за спиной, он сможет, возможно, отыграть э, какие-то моменты, где он, допустим, не провел разведку, где-то, возможно, не совсем удачно смог дать э, бой, то есть э, не так сильно лучше занимался контролем юнитов на поле боя. Но если у него, допустим, хорошо развита макро, он хорошо, допустим, за Зергов прокидывает инъекции. У него постоянно идет воспроизводство тех же личинок, с которых он может нанимать армию. Он может отыграть э, позицию проигрышную. Но опять же, соло и командная дисциплина это все-таки разные грани. Мы должны учитывать, что команда это единый организм. Если кто-то начинает выпадать, вся команда сыпется. Соло дисциплина. Соло игрок и есть команда. Если он начинает сыпаться, ему некому поддержать. Он сам себе тренер, капитан и игрок. Все зависит от его психологической подготовки, прежде всего. Если он готов, он готов бороться с противником, с своими собственными психическими, возможно, какими-то проблемами, которые возникают по мере матча, справляться с ними он одержит победу. В командной дисциплине какой-то игрок, если психическое давление на него оказано, он может отойти на задний план и, возможно, за счет своего игрового бэкграунда какие-то его союзники мож могут отыграть победу в матче. То есть перетянуть э, победу в свою сторону. И, и тут как бы груз ответственности немного меньше по сравнению с сол-дисциплиной.